Есть две кучки камней. Разрешено за один ход взять любое количество камней из одной кучки, или любое количество из другой, или поровну из обеих. Если у вас обе кучки после вашего хода остались пустые, это значит, что вы выиграли. Например, если вам дали ситуацию 2-2, то вы берете оба камня и переходите сюда. Если же ваш противник сумел дать вам позицию, в которой 0-0, это значит, вы проиграли. Итак, пишу букву «П» сюда и пишу букву «В» по диагонали. Потому что если мы поровну возьмем, то мы сюда перейдем. Ну, здесь понятно, что вот так надо объяснять. Правило. Где k натуральное число и должно получаться не отрицательное число. Ходы бывают трех видов. Цель получить пару 0-0. Или что то же самое, берем такую бесконечную доску, ставим на нее ферзя, который может ходить только вниз, влево или вниз, влево по диагонали. Вот. И мы вроде больше один ходит. И только... цель попасть вот на эту клеточку. В левый нижний угол. Да. Ну, эта позиция будет проигрышной, соответственно, все выше, ну, вообще от любой проигрышной позиции все выше, правее и вот так выше, правее по диагонали будут выигрышные. Потому что из них можно попасть в эту проигрышную. Но по определению такие позиции выигрышные. Поняла? Итак, он сейчас будет заполнять всю бесконечную доску буквами P и V. Так. Ну вот из этих позиций можно только выигрышные попасть, так они проигрышные. Ну, секунду, это очень важная вещь. У меня, в смысле, у Андрея впервые получились две точки не вот этой диагонали. Диагональ задана формулой x минус y равно нулю, правильно? Вот эти прямые заданы какой формулой? Что x от y отличается на единицу, правильно? И он сейчас поставил, и после этого вся диагональ что будет? Заполнена буквами V. Пишем. Соответственно, следующая выигрышная позиция получается. Все понимают? Настя? Нет, позицию... Андрей, нельзя торопиться, бессмысленно. Если она не успевает, лучше остановиться и дать человеку подумать. Задавайте вопросы. Мы для вас готовы на все. Давайте. Короче, выигрышная тайс, которая есть ход в проигрышную, а проигрышная тайс, которая все ходы и выигрышные. Данечка, выйдите объяснить, это важно. Я боюсь, что он ровно это не понимает. Выигрышная позиция – это та, с которой ты можешь перейти в проигрышную, ну и передать проигрышную позицию сопернику. У меня есть выигрыш, когда я могу противнику сделать плохо. Ну да, а если все ходы, которые я делаю, приводят к выигрышу противника, значит, моя позиция – проигрыш. Значит, у меня нет шанса спастись. Вот. Поняла? Из этой клетки все вниз ходы выиграют. Переход выигрышный сюда, выигрышный, вот сюда выигрышный. Значит, она проигрышная. Аналогично с этим. Ну, они поражают там, опять же, кучу выигрышных позиций. Вот это тоже будет проигрышно. Ну, все. Нет, это все на этом кусочке. Да, на этом кусочке все. Когда у меня там 8,6, да, больше 8 можно было идти направо, и выше 6 можно было идти. И сейчас, Андрей, вот смотрите, что вам нужно объяснить. Координаты этих самых букв P имеют самое прямое отношение к таблице, которая у нас на доске справа. Господа, все понимают? Угу.
что там не случайно есть вот эта вот позиция 3-5. Видите? Вот она. 3-5. И здесь есть такое место. Где оно? Увидели? АН-ная, БН-ная и БН-ная, АН-ная. Это пара двух клеточек. То есть в игре Цзянь-Ши-Цзы выигрышную стратегию задают в точности эти самые буквы П. Ну, смотрите. Возьмем и заполним таблицу следующим образом. Напишем букву П в 0,0 и на всех клетках с координатами вида АН, БН. И наоборот, БН, АН. Вот. На них напишем букву П, на всех остальных В. Докажем, что такая таблица будет обладать таким свойством, что из любой буквы П можно ходом ферзя пройти только в В, а из любой буквы В таким, ну, ходом такого вот ферзя можно пройти хотя бы в одну П. Да, вот это тоже доказывается фактически, да. Как это доказывается? Мы возьмем любую клетку. Существует либо А, либо Б, которая имеет, которая равна одной из координат этой клетки. То есть... Это почему? Потому что весь натуральный ряд у нас состоит из ашек и бэшек. Любое натуральное число – это или а с каким-то номером, или б с каким-то номером. Это все помнят, да? Да. Да, есть, это правда. То есть даже для определенности возьмем клетку, у которой координаты x больше, чем координаты y. Ну, понятно, что у нас эта картина будет симметричная. Да, конечно. Картинка симметричная. Вот. Абсцисса больше ординаты. Вот. Тогда в ее... Либо в ее строчке, либо в ее столбце, а даже в ее строчке, наверное, обязательно найдется буква П. Да. В ее строчке обязательно найдется буква П. Ну, вообще тут в любой строчке найдется буква П, и в любом столбце найдется буква П, и на любой диагонали найдется буква П. Да, но нужно, чтобы на ориентированное нашлось. Ну, в общем, так. Рассмотрим ее строчку. У нее координаты x больше, чем y, то есть рассмотрим вот такую строчку, которой она принадлежит. Если она находится на этой строчке правее буквы P, то... Андрей, боюсь, что все запутали уже. Хорошо, докажем сначала, что из любой буквы P можно прийти только в V. Давай. Ну... И сейчас вы запутаете. Так. Ребята, я бы хотел, чтобы сейчас доказательство Андрея прозвучало, но оно не является, что называется, самым лучшим и коротким. Дело в том, что он из чего начал? Расставим буквы P в позиции вида АН-БН и БН-АН. Так? Да. Вот. А можно по-другому. Можно сказать, задумаемся о том, как появляются буквы P. Вот если так глядеться, господа, что у нас происходит? Вот у нас в начале буква P поставлена сюда. Потом сюда. Я намекал про это. Про то, что у нас есть вначале вот такая диагональ. И она уже навсегда ушла. Потом у нас ушли вот эти две диагонали. А потом что происходит? А потом берем наименьшее число, которое еще не встречалось в последовательности. И, молодец. Берем наименьшую диагональ, которая не встречалась в последовательности. Диагонали мы расширяемся, ну, да. Каждый раз переходим на соседнюю диагональ. Господа, если вы вспомните, по какому принципу мы заполняли... Вот в начале сегодняшнего дня, помните, я заполнял таблицу? По какому принципу мы здесь заполняли таблицу? Как только я пишу ашку, я сразу под ней пишу бэшку, правильно? А да, все, следующий столбик заполнить, я беру наименьшее число, которое еще не было взято. Отлично. А теперь подумайте-ка, как здесь, когда мы заполняли букву П и В. Разве не тем же самым мы занимались, господа? Я понимаю, что это немножко так, что с первого взгляда трудно понять, но вот попытайтесь. Не понимаете ничего? Еще раз, предложенный Андреем способ тоже возможен. Так тоже можно сделать. Но вот попытайтесь моим способом. Он вообще ничего не требует. Да, ребят, еще мне тут на перемене сказали, что
У вас экзамен назначен на 7 июня. Предложение очень простое. Подумайте трезво о том, какой составить график нашей подготовки. Я за то, чтобы были целиком свободные дни какие-то, когда вы можете идти дома посидеть и сами почитать, там, посмотреть и так далее. И наоборот, были бы дни, когда мы там встретились, я не знаю, там 5-6-7 часов, ну, в общем, пока не одуреем, работали. Пожалуйста, подумайте. Значит, сядешь больше будет на экзамен. Нет, смотрите, господа, тут же какая история. Если вы думаете, что цель состоит в том, чтобы там вам всем поставить двойки и разругаться, вы глубоко ошибаетесь. Вообще-то, по секрету я должен сказать, что фактически в 43-й школе жизнь так устроена, фактически это последний момент, когда вы в этой школе учите математики. Потому что в 11 классе вы будете в бесконечном количестве писать контрольные по ЕГЭ, и, что называется, никуда вы от этого не денетесь. Поэтому крайне важно, чтобы, по крайней мере, экзамены вы пришли бы, понимая, что вы что-то умеете. Вот честное слово, ни малейшего желания никак вас унижать, и там доказывать, что кто-то из вас там умнее кого-то, а кто-то глупее. Вот честное слово, ни малейшей такой задачи нет. Как бы цель состоит вовсе не в том, чтобы вас как-то отранжировать, а цель состоит в том, чтобы мы максимальное количество содержательных математических фактов успели понять. Ребят, думайте. Думайте. Потому что если вы не составите такой разумный график, то, в общем, все это пустоту уйдет. И вообще, да, экзамены — это важно. Один раз. Вот одна из больших трагедий вашего класса, почему он сейчас, извините, в два раза меньше, чем мог бы быть, то, что в конце восьмого класса не было экзамена. Ваш класс первый в моей жизни, у которого не было экзамена в конце восьмого класса. Если бы люди сдали экзамен в конце восьмого класса, то они бы имели огромное самоуважение. Когда человеку не дают сдать экзамен, то на самом деле его этим унижают. Объясняют ему, что а ты это никогда не можешь сдать. Неправда. Можешь. На самом деле вы много чего можете. Готовы объяснять? Я уже давно готов. Давайте. А что, мозг вспыль какой-то? Мне нравится этот способ, потому что непонятно, как объяснять. Кому нравится? Есть человек, который понял, о чем я говорю? Ну, понятно, о чем вы говорите. Да. Непонятно. Что непонятно? Ну, мы просто таким образом расставили только букву П. А связь пока нет. Понятно. То есть вы ничего не поняли? Есть кто понял мою мысль? Я примерно поняла, но это как-то очень не строго. Это строго! Боже. Даша, не строго. Это когда вы пишете 50 формул и вашим любимым значком равносильности их соединяете. А когда вы что-то поняли, это... Так, если это записать строго, это будет длиннее, чем... Неправда! Правда. Неправда ваша! Так, я сейчас пойду ругаться. Ну, ругайтесь, сами расскажите. Я пойду ругаться. Позвольте пару слов для протокола. Значит, я сейчас буду идти вдоль этой таблицы, и я буду идти вдоль этой таблицы. И вы увидите, что эти два процесса абсолютно связано. Я беру и пишу сюда букву П. Написал? Написал. Ну, здесь у меня пара 0,0 не предусмотрена, поэтому здесь я ничего не делаю. В принципе, запросто можно было бы здесь ввести столбец 0,0, понятно, да? 0,0,0, тогда я билеты здесь отметил. Хорошо. Нули запрещены. Так? Нули запрещены. И числа равняться уже никогда не будут. Сделал? Сделал. Я беру первый столбец. 1, 2. Отмечаю соответствующие буквы П. Имею право? Тут, внимание. Отмечаю столбец 1, 2. И здесь отмечаю две буквы П. Что после этого происходит? У меня навсегда вычеркнута единица, навсегда вычеркнута двойка из натурального ряда. Вот. И разность никогда не будет равна единице. Так? Это понятно, Настя? Я дошел до столбца 1, 2.
Теперь я иду к столбцу 3-5. Что значит столбец 3-5? Я отмечаю эту букву П. Почему это будет буква П? Почему это будет буква П? Потому что 3 это минимальный, который может быть, а разница должна быть как минимум 2, поэтому... Потому что все предыдущие числа у меня вычеркнуты. Я ведь тройку брал как? Как минимальное число, которое еще не вычеркнуто. Значит, все перед ним вычеркнуты. Значит, вот эти вот, это буквы В. Да. А снизу? Снизу. Хороший вопрос. Если я вычеркиваю букву, то я вычеркиваю весь вертикальный ряд. Когда я букву П вычеркиваю, то у меня вся вертикаль вычеркивается. Почему здесь будут все точки, я понял. Почему здесь будут все точки? Почему здесь, поняли? Да, ну потому что они тоже лежат перед ними. И здесь все чисто вычеркнуты. Да, это я понял. С этими тоже все хорошо, да? Я хотя бы пытаюсь понять, что у нас точно есть. Значит, с этими все хорошо, с этими все хорошо. Так, и вас волнует, почему здесь у нас вышки? Нужно доказать, что здесь диагонали все простреливают до какого-то момента, а потом с какого-то момента начинают уже горизонтально все простреливать. 3 это было минимальное отсутствовавшее число. Да. То есть все числа перед тройкой у меня столбцы целиком пробиты. Да. Вот вся вот эта вертикальная полоса, она у меня пробита. Когда я беру вот минимальное не вошедшее число, то спускаясь, и тут будет какое-то количество пробитых диагоналей, да. Когда я спускаюсь... Когда вы спуститесь ниже всех пробитых диагоналей. Да. То у меня должны начаться полностью пробитые... Да, потому что вот эти две точки. 3-3. Соответственно, все нижние у нас пробиты, потому что... Эти столбцы пробиты, значит, эти стройки. У меня есть какой-то там АБ, да? Да. Здесь есть клетка АА. Да. Она пробита, потому что диагональ. А все под ней пробито, потому что все числа меньшие А у меня уже встретились. Да, все над ней пробито, потому что все разности уже встретились. Меньше. Ну да, да. Эти. Ну как-то так. Нет, секунду. Это я понял по поводу этой клетки. Да. Ну и симметричная. Да, симметричная, она с ней хорошо, потому что симметричная. Да. Где справился? Или не понял? Нет. Андрей, можете повторить мое рассуждение, чтобы Настя поняла? Ладно, попробуем. Так. Какой у нас был алгоритм составления последовательности А, Н, Б, Н? Вот у нас пусть до какого-то момента уже есть. Берем в качестве следующей а, n, наименьшее число, которое тут еще не встречалось. Прибавляем к нему номер этого числа. Получаем, а и b у нас получилось. Теперь, почему здесь получается то же самое? Мы возьмем 0,0, но не будем рассчитать. Дальше каждый раз происходит следующее. Меньший столбец, в котором еще не все пробито. То есть, в котором еще нет буквы p. И говорим, что в нем наименьшая по номеру клетка, номер строки, в котором тоже ничего не пробито, это соответствующая буква B. А сам столбец – соответствующая буква A. Если у нас есть P, то у нас столбец все считается. Да, если есть P, то понятно, что все выше него выигрышные. Да. И все ниже его тоже выигрышные, потому что иначе бы это не было P. Вообще, нашим ходом невозможно из проигрышной позиции попасть в проигрышную. Поэтому в любой вертикали одна проигрышная позиция. В любой вертикали, в любой горизонтали, в любой диагонали, вот 45 градусов к горизонтали, у нас будет ровно одна проигрышная позиция. Вот. А дальше мы каждый раз взяли клетку с номером 1,2, взяли клетку с номером 2,1, у нас пробиты все соответствующие строки, все соответствующие столбцы, все диагонали, у которых разность не приводит. И превосходит соответствующего числа n. Номер столбца, который сейчас обслуживается. Да. А что такое эти диагонали? Это значит, что разность координат клеток на них не превосходит от этого самого n. То есть вот на таких диагоналях разность у нас равна единице. На таких, на такой ноль? Здесь тоже единица. Здесь 2. Здесь тоже 2. Вот так вот. Соответственно, следующую клетку, которую мы возьмем,
она будет у нас на столбце, наименьшем, который мы еще не брали. Значит, этот столбец будет иметь номер АН. Определение АН. А строка будет иметь номер БН. Потому что понятно, что ну, это будет как раз наименьшая разница, которую мы еще не брали. Поэтому диагональ еще не пробита. Горизонталь тоже не пробита, потому что это число слишком большое. И вертикаль тоже не пробита, потому что здесь флешек нет. Но они взяться. Ну, здесь все флешки уже стоят. Потому что до клетки с координатами АА, вот здесь вот уже все пробито. Вот это вот все уже пробито горизонтально. А ее и выше все уже пробито диагональными. Потому что здесь разности от нуля до. Понятно, чего до n сегодня. Даш, вы в теме или нет, если честно? Да, да. Аня? Юр, ты сейчас понимали или просто все? Нет, я понимал. Все? Теперь вопрос. Способом, которым Андрей с самого начала хотел, мы сейчас будем или не стоит?